Всем привет! Приехали поснимать мы обзор нашего котла, так сказать, отзыв покупателя о нем. Пользуется он уже сезоном. Находимся мы в городе Горняке Алтайского края. Приехали к Михаилу. Сейчас вас с ним познакомлю. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Михаил, пришли к вам осмотреть вашу кочегарку, как все работает, как работает наш котел, насколько вы довольны им. Котел в данный момент находится в работе, он отапливает, на улице у нас минус. Самый первый вопрос, большинство задаваемый на отзывах, на обзорах котлов. При выборе котла, какие вы критерии преследовали? Что вам, почему вас именно заинтересовал наш котел? Ну, во-первых, я начал смотреть эти котлы в сайтах везде. Мне самое главное, я читал недельку вот это все, чтобы котлу меньше подходить, чтобы меньше с ним заморачиваться вот это все. Во-первых, на него дров не надо, он автомат, чтобы бункер засыпал. И как ну, запускается раз в сезон. Запустился, разжегся горелкой. Да, да, и все. И поддерживает температуру. Самое главное, чтобы, конечно, в бункере находилось топливо. Да, во-первых, печка красивая, компактная. И самое главное, она удобная. Бункера на сколько у вас хватает? Ну, 4-5 дней, в зависимости от температуры. А какая так, температура? Ну, самое главное, меня устраивает вот этот бункер заполнил, дров не надо. Михаил, как у вас происходило приобретение котла в нашей компании? Ну, я посмотрел на сайте вашу компанию, созвонился с вашим менеджером. Он мне, во-первых, сказал, нам надо, прежде чем выбрать тебе котел, нам надо знать ваше помещение. Высоту, квадратуру, все. Я им снял, показал, объяснил, сколько у меня квадратов, все. И они мне посоветовали 36-й котел на 36 киловатт. Михаил, насколько оправдались ваши ожидания после приобретения нашего котла? Ну, мне особо не с чем сравнивать. И когда этот котел приобрел, и изначально, когда я смотрел вот эти все отзывы, что написано про него, что к нему подходить не надо, вот это я все и увидел. У вас стоял какой-то здесь другой котел или центральное отопление? У меня было центральное отопление. Там по этим, как бы знаете, сейчас очень дорого платить. Я посчитал, но мне выгоднее было намного взять этот котел. Температуру какую надо, да, можешь потушить, а там ежемесячно платить, сами знаете. Это сезонное. Это все растратно, затратно. И как бы меня котел этот очень устроил. Он работает, но все равно нужно на него внимание ему уделять. То есть это вынос золы, очистка теплообменника. Как часто у вас это происходит? Ну, один раз в сутки вытаскиваю зольник. Ну и раз в неделю вот открыл его, посмотрел. Если там много сажи, обычно как бы ее там нету. И самое приятное, чисть, она сухая. Ее смахнул, она упала вниз и вычистил. Упала также в зольник? Да, висит. Да, да. У нее хлопот нету, ничто не липнет, все прекрасно, все сухо, чистится то легко. То есть в эксплуатации вам просто... 10-15 минут котел чистит. Эта компания, также я приобрел дымоход, поговорил с менеджерами. Они мне объяснили высоту от конька, все как надо, длину. Трубы, какую подобрать, все. И также мне эту трубу доставили с котлом. Михаил, сталкивались вы с какими-нибудь трудностями в эксплуатации котла? Трудностей, проблемы как бы не было, ну, вообще не было. Единственный момент был, мне позвонили, что в нашем районе свет отключили. Но я позвонил вашим менеджерам, спросил, говорю, у меня там свет отключили, что будет? Они сказали, не переживайте, ничего страшного. Я пока туда-сюда ездил, час, два, три, может, прошло. Я приезжаю, здесь все включено, все работает. Он сам включился. Все проблемы. Да, на нашем контроллере есть такой режим. После того, как отключили свет, при включении света, он выходит в свой заданный режим работы. Он также работает. Он все функции выполняет. Задал ему программу, температуру выставил. И это все он регулирует и делает. Вот сам вот это мне и нравится. Не подходишь. Единственное, вытаскиваешь зольник один раз в сутки. Сколько раз вы растапливали его за сезон? Один раз растопил, горелка газовая и все. И больше ничего не делал. То никаких есть... дров, ничего не надо. Ну, загрузочный бункер у нас. Можно даже заглянуть сюда, ну где-то половина угля есть. Фракция угля видна. То есть, ну, немножко влажновато, потому что зима, зимний период, со снегом все равно попадается уголь. Также можно посмотреть на теплообменник. Ну, мы давайте работу прекратим, чтобы она в паузу встала. Теплообменник.
Ну, нормальное егошнее положение теплообменника, чистенький. Ну, относительно, конечно. Ну, раз в неделю хотя бы внимание надо уделять ему. Давайте посмотрим, как у нас на горелке происходит полностью весь процесс. В эксплуатации котел в достойном состоянии. А также зольный ящик. Сейчас возьму перчаточку. Ну, зольный ящик, как сказал Михаил, раз в день. Ну, сегодня получается, он уже его удалял, золо отсюда. Ничего такого прихотливого в этом котле нет. Все, мы когда посмотрели, теплообменник почистили даже. Ну, сейчас не будем делать, но он все равно эффективный. Посмотрели, сколько у нас остаток угля в бункере досыпали. После того, как мы закрыли все дверцы, закрыли плотно бункер, включаем пуск, котел продолжает работать. Приносите удовольствие. Заданная температура указана у нас на контроллере 55 градусов. Он его будет поддерживать. Так что, в принципе, проблем никаких в эксплуатации нету. Самое главное в контроллере все дело. Он отрабатывает себя на 100%. Также смонтирован дымоход. У нас находится здесь 3D фланец. Можно 4 стороны его вывести. Выведен он в данный момент с правой стороны от котла. Монтажная пластина, тройник и выход трубы. Было просчитано, что не меньше 7 колен надо поставить сюда метровых. То есть труба в данный момент от котла в 7 метрах находится. Вот так полностью котел смонтирован, установлен, работает. Смонтирована для него вот такая вот небольшая котельная, утеплена, потому что для подачи в камеру сгорания нужен все равно подогретый воздух. У вас котел должен стоять в утепленном помещении. Есть отдельно приток воздуха для вентилятора, и котел работает, наслаждает Михаила. Проблем с ним он никаких не видит. Только вот одна у него была такая небольшая проблема, что в бункер влажный попал уголь. Он шапкой повис в шнеке, и шнек пустой, прекратилось горение. Ну, потом это все исправил. Одно такое было у него в эксплуатации котла, такая не то чтобы как бы проблема, но заморочка была такая, это с углем. Сейчас он сыпет сухой уголь, все, проблем никаких. Теплообменник тоже сильно не грязный, то есть чистит его раз в неделю. Ну, само собой, теплообменник можно чистить при возможности. Зашли подкинуть угля, почистили теплообменник, его эффективность возрастает. Но если у вас нет времени, ну, ничего страшного, подкинули угля и побежали по своим делам. То есть он минимум себе времени нужно уделять на котла. А так, котел, пожалуйста. Температура заданная на 55 и плюсом стоит 55 у нас на термометре. Ну, такой термометр поставлен сюда Михаилом. Термометры разные, но датчик у нас работает практически ровно с термометром. Плюс-минус там 1 градус. Данный котел приобретался у нас в июне месяце. Его монтаж и монтаж полностью отопительной системы производился перед отопительным сезоном. А также приобретался в нашей компании «Дымоход». И есть такая очень важная поговорка. Всегда нужно готовить сани летом, а повозку зимой. Так что, ребята, прислушайтесь.